В этом видео мы разберем песню «Девчонка-девчоночка», которую исполнял Женя Белоусов. Оригинальная тональность песни ля минор. Петь начнем с ноты ми, а он не любит. Это открытая первая струна. Но сначала сыграем вступление. У него таких сколько хочешь. А чего же ты твердишь, девчоночка? Он хороший. Во второй части куплета аккорды такие же, кроме заключительной строчки. Ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда заноешь. Только с виду он мальчик паинька, никакой он не хороший. Гитарный бой играем вот так. Возьмите аккорд ля минор или АМ. И играем сначала большим пальцем по струнам вниз. Пустой ход вверх. Вниз по струнам указательным пальцем ударяем с глушением и указательным вверх. И у вас первая часть гитарного боя получится следующее. Вторая часть гитарного боя играется большим пальцем по струнам вниз, указательным вверх, вниз с глушением и снова вверх. И у вас должно получиться вот так. И когда вы соедините первую и вторую часть гитарного боя, у вас получится следующее. Гитарный бой играем один на один аккорд. Он не любит тебя нисколечко. И так далее. Теперь сыграем припев. Петь начнем с ноты ля. Девчонка. Это пятый лад, первая струна снизу. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры мне эти. За любовь твою отдам все на свете, девчонка. Повторяем те же самые аккорды, кроме заключительной строчки. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры мне эти. За любовь твою отдам все на свете. Повторяем. Играем проигрыш, он такой же, как вступление и окончание песни. И дальше играем второй куплет, так же, как мы играли первый. Аккорды и текст также смотрите в описании к этому видео. Увидимся. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень.